Зиновьев и Ковальчук имеют опыт совместной игры друг с другом в молодежных юниорских командах. Могли они пересекаться? Нет, но Зиновьев намного, намного старше и великолепную шайбу забросил Александр Семин. Но вот отыгрался он за свое двухминутное удаление. Просто фантастический номер исполнил Александр Семин. Выкатился на рандеву с Томасом Трагостом и неотразимым таким броском неудобной стороной шайбу отвоевать, вывести ее в среднюю зону, где вновь она становится добычей российского защитника. И просто бросок какой-то бильярдной точности Александру Семину удается, который дубль. Не один уже такой бросок получился. И вот мы когда первый период комментировали, просто насколько вот они уверены, вот эти ребята из НХЛ наши, вот будем про эту тройку.